В этот раз мы отправляемся в один из самых богатых охотничьих регионов – на полуостров Камчатка. Здесь обитает один из самых больших подвидов снежных баранов – камчатский снежный баран. Его довольно большая популяция разделена по двум основным горным хребтам Камчатки – центральному камчатскому хребту и восточному хребту. Мы отправляемся в один из самых интересных районов – в район Восточно-Лазовского хребта. По понятным причинам, самый быстрый и порой единственный транспорт на Камчатке – это вертолет. Первый сюжет – с охоты американского охотника Кена Сардегна. После нескольких дней исследования гор вокруг лагеря нам удалось таки найти группу снежных баранов, хоть и на довольно большом отдалении от лагеря. Ну и конечно же, куда на Камчатке без камчатских бурых медведей? Кстати, местные охотники, иначе как зверь, медведя практически не называют. Но подробнее о медведях уже в будущем фильме. Маленький спойлер. Вторая часть нашей документалки будет именно об охоте на медведя. Вот почему довольно часто камчатского барана называют толсторот. Порой действительно встречаются старые самцы с очень крупными, толстыми в обхвате рогами, вовсе не типичными для остальных снежных баранов. Именно эта схожесть с американским толсторогом и привлекает к нам охотников из-за океана. В свою очередь, благодаря финансам, которые они платят за оказанные услуги, именно за услуги, а не, как многие думают, за рога и копыта. Во многом и существует охотхозяйство на Камчатке и в многих других регионах России. Именно такое финансирование позволяет хозяйствам вести охрану, заботиться о популяциях диких животных, оставляют для потомков то, что видели мы, наши отцы и деды. He stood up. Yes, you hit the rear leg. Rear leg, yeah, you shot off the rear leg. He's standing.
moly. Пол шестого. Пол шестого. А? Походу, да. Прошлый год начинается. Блин, пять ночи. До этого сейчас еще найти надо, блин, уже. Да, 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 да. Идем. Фух, стрелял, подранил в ногу, попал, отстрелил заднюю ногу. Сейчас надо еще искать будет и добирать его. Где он, как он, что он. Ух, все непросто на крыше мира. And then here we're at day 8 or 9 of the hunt. First finally clear day that we had in a long time. And we saw this ram and a couple other rams here on this mountain. It's the furthest mountain away from camp. I don't know, was it 15 kilometers from camp? 10 kilometers at least. You know, we made it. Right, you know, is this, well, I don't know how far it is far from this. You know, as the on foot as the crow flies, it's probably less. Long shot, 480-yard shot. Where we were sitting was about a 5-mile-an-hour crosswind. But what I didn't know is in the valley there was about a 25-knot gust coming through there. And when I shot, the elevation was right, but it blew his back leg off when I took the shot. I probably had more faith that we were going to recover him than anybody else because I knew he could only run downhill. I saw him trying to run uphill with his buddy. I know he couldn't do that. And we got on him again. He started trying to run away, and I shot him as he was coming over this hillside here. And he just did a Peter Pan and, you know, just fell down the hill here. And we found him dead. Gorgeous ram. 13 years old. They don't get much older than that. No. You know, it's very major, very heavy base. Yeah. And I think very good score. It's a little tier, but it's also the sign of the age. I don't care about the score. He is just the ram I came to Russia to shoot. That's how nice to it. Thank you so much, Ray. Congratulations. Thank you so much, Max. Thank you so much, Yuri. Thank you so much. Thank you so much, Alec. Alec. Very good job. I mean, we worked so hard for this ram. We earned this ram. This was probably the hardest day I've ever had in my life. On we have a little bit more on this day go back. First, skin this trophy, get beat, packed, and go back to the... Следующий эпизод посвящен охоте сразу двух мексиканских охотников, которые приехали одновременно за своими камчатскими толсторогами. Crossing the river in Kamchatka. This is where we saw a bear. Down this creek, shot him into a draw late at night. Missed. It's hunting. Еще немножко медведей. Ну вот реально, практически ни одного дня не проходит на Камчатке, чтобы даже в горах не увидеть булых медведей. Впрочем, тут нечему удивляться.
Все вокруг их дом, их родина. Размещая наши палаточные лагеря практически на медвежьих тропах, не приходится удивляться, что косолапые обязательно заявятся в гости. Порой единственный способ их отогнать подальше – это запустить дрон. Ведь ни громкого крика, ни даже выстрела они порой не боятся. We're looking at a very beautiful herd of ewes and lambs, 8 total, about 800 yards. Хорошо камуфлированная охотничья одежда позволяет порой затаиться и подпустить непуганных овечек очень близко, практически в упор, что, конечно, очень удивляет в итоге и нас, и самих самочек. That's the best lunch on top of the Kamchatka mountains. Good lunch. Sausage with bread and tea. We have tea here. Salud. This is a great camp. We just came for a very good walk. We saw a lot of animals. We just didn't saw the one we're looking for. The big ram. Yeah. But they must be somewhere. You saw so many kids. So yeah. Somebody made them. They're working. They are working. It was a beautiful day today. Yeah. Beautiful day. This coming down the drainage, it was like walking through a botanical garden. Right. So beautiful, flowers, different vegetation, like different greens, like thousands of different greens, and then a lot of flowers. Beautiful. Water. Beautiful country. Yeah. Big walk. It was 11K. Yeah, I think. With an altitude of... Altitude of 400 meters. Almost 500 meters. Yeah. 500 meters. Almost, yeah.
Практически каждый день в течение этой охоты мы видели по 30-40 самок и молодых баранов. Близко, причем видели некоторых самок. Прям буквально там 70 метров был. Но, к сожалению, больших баранов так и не удалось обнаружить. И по прогнозу был дождь. Уже там в час должен был начинаться, но вот сейчас около 3 часов начался такой вот дождичек. Плавно переходящий, как говорит прогноз, в ливень. Но мы не теряем надежды. Главное, любое окошко, которое есть в погоде, использовать и стараться по максимуму. Once. I don't think they will descend soon. И вот, наконец, наше терпение и труд были вознаграждены. Мы увидели довольно большую группу баранов с самцов. Но и тут не обошлось без медведя. Издалека мы увидели, как практически по вертикальному склону косолапый карабкался к части этой большой группы. К сожалению, из-за сильного ветра и большого удаления удалось заснять лишь окончание этой неудавшейся охоты мохнатого хищника. Медведь охотится за бараном. Баранами 6 штук баранов, остальные 11 в другом месте. Бараны щебятся вниз. Медведь за ними. Шиманулись вниз. Он
прямо бежу, пошел где они сейчас. Вправо, да? Да. За ними. Не получилось медведю дать на клыка барану, как на моей эмблеме. Тут баран. Going up like that is crazy. Just steep wall. Те съебали два, да? Те, да, они, ну, они, наверное, подойдут сейчас к этим 11. Слушай, ну это, блин, 19 баранов вместе. Those three, I think, are the biggest. Those what? Those three. Rush. Put it on 18. Gabriel, put it on 18, okay? Then later. Ah? Кого? Вот который лежит, который вот, смотри, от которого лежит, вот он самый левый получается. Самый левый. Да. Вот он вроде бы. So the one which is laying and the one which is standing, the left one. What? I think you have to move a little bit forward because otherwise Tony will be dead. Just a little bit. Ready. Standing. They both standing. One is down. One is standing. The one what which was bedded, standing. The one which was bedded standing. Puedes acercarle, puedes acercarle. Over, I think. She's still standing. Over, you shot over. Too high. The right one. The right one. Yeah, she knows which one here.
pegado? Yes. Got it. Fucking Baran! We got it! Baran! Oh my god! Oh my god! Puto tirazo, compadre! That's amazing! It's a beauty! Не боец. Не понимаю, что произошло. Почему их друзья вместе с ними не поднимаются? Так уж случилось, ребята, извините. Not easy. Not easy. This is the 13th day, I think. No? Right. Ooh, we worked hard. Who's that sheep hunting it for? 12th day. No. 12th day. 12th day. Yeah. And a lot of kilometers walked. A lot of kilometers. Bad weather, lots of case, walked, and a beautiful adventure. Still a long way to get them. Hey, Maxim. Tell the story. We got these two beautiful rams. Oh, on the 12th day of the hunt. Very bad weather. Lots of walked case we did. It was tough. It was a beautiful hunt. We walked a lot of kilometers just to get here. We shot from down there. We both kill beautiful rams. We're so happy about this hunt, Maxim. Thank you. Thank you, Alec. Yeah. Alec is our guide. Super impressive. It was good. We spotted these rams far away, 3.5 kilometers from where we were. And we have seen them before 3 nights ago, but we couldn't get to them because of weather. All these clouds just soak in this valley and we could not see anything. Walk up from camp, about 3 kilometers, up to the ridge, look over, nothing, back to camp. Like that, like 3 times, and it was so tough. But today, thank God we had great, great weather. It was perfect. And we ended up shooting these two beautiful rams late at night. I think it was around 7, I think it was. But we did it, and it was a sequence shot, boom, boom. Got both. It was a good, good hunt. Thank you, Maxim. Thank you're you, welcome. Maxim and Alec. Thank you, you're Alec. Welcome. Alec! Wait till the Alec! Wait till the camp all is gonna be. All did well. Yes. Congratulations, yeah. And guys. It is not easy hunt. This is hunt. Kamchatka number uno. Kamchatka one. This is number one of the hunt in Kamchatka. Everybody yes, think amazing. About like Kamchatka bear, whatever, moose. Number one is a Kamchatka snow sheep. And yes, it's pretty tough. Pretty tough hunt. Yes, pretty tough hunt. Мы сделали это.
Yes. We've done that! Yes! Yeah! Yeah! And now we have to get back to camp. So we better hurry. 5K to lots get up there and down. Lots of work! Следующий эпизод об охоте нового горного охотника Александра Макурина из Республики Беларусь. Это была первая горная охота. И сразу была заявлена высокая планка. Одна из самых непростых охот. Охота на камчатского снежного барана. Все, спокойно шагай. Отлично. Олег Владимирович, выдыхай. Бобер, выдыхай, говорю. Смотри, какая там красотень. Там. Вот там. Двадцать три. 19. Благодаря тому, что до этого мы 2 недели проводили разведку местности боем с мексиканскими охотниками, несмотря на странную погоду, нам довольно быстро удалось обнаружить небольшую группу баранов-рогачей. Местность была довольно открытая, но из-за шквалистого ветра мы все-таки решили рискнуть, подкрасться к баранам поближе, на расстояние уверенного выстрела. Thank you.
первый. Сейчас попал. Да, вторым. А вот тут я был неправ. Да, попадание было именно первым выстрелом. Второй выстрел. Ветер отнес пулю влево. Добытый первый мой баран, горный трофей на Камчатке. Как было? 4 дня ходили, много ходили, я не привык к этому. Но все-таки выходили, добыли. Трудовой для меня, трудовой, важный, ценный, потому что первый. Спасибо, ребят. Поздравляем, Саш. Отличный трофей. Спасибо. Трудовой, вымученный, что называется. Вот. Не все сразу получилось со стрельбой, потому что шквалистый ветер. Сегодня вот обещали погоду до 50 километров в час ветер. Ну, я думаю, что порывы там порой даже и больше были, потому что мы наверху находимся и 1400 метров. Вот, сначала стреляли, подошли, удалось нам почти на 200 метров подойти, но пулю, наверное, посмотрим на камеру, но, по-моему, снесло вот этим ветром. То есть, ну, скорее всего, на корпус снесло точно. Да, рассчитать просто невозможно, потому что такой шквалистый. И главное, порывы, он не всегда постоянный ветер, а порывами идет. Вот, но повезло. Баран толком не услышали, откуда был выстрел, как раз из-за этого ветра. Подождали нас, пока вы подбежали. Да, подождали. И все удалось, все добыли. Вот такого великолепного 7-8-летнего барана. Поздравляем, Саша, еще раз. Спасибо. Еще раз, отлично. Спасибо. С полем, с горами. Спасибо. Вот, это трудовая охота. Это очень и очень непросто. До этого у нас был тур, мы вообще 12 дней ходили из-за погоды. Вот. Ну и тут уже, что, как говорится, у нас прогноз идет на послезавтра, уже циклон и 3 дня дождей. Надеемся, что завтра, может быть, удастся, откроется какое-то окошечко и выберемся. Вот. Всех поздравляю. Спасибо. Ура, Олег. Спасибо. Ура. Мы сделали это. Ура!